Запретить ТикТок для детей предложили депутаты фракции «Аманат». Они считают, что в приложении слишком много контента, который не всегда полезен для хрупкой психики несовершеннолетних. Аманжол Хальтай уверен, приложение в том числе одна из причин проявления жестокости со стороны подрастающего поколения. В качестве примера народный избранник привел трагедии среди подростков. Смерть школьника в Туркестане. Подростков, пинавших впавшего в кому от сильных ударов ребенка в Хазало. Жестокое избиение девушки в Усть-Каменогорске. Помимо запрета соцсети, депутат предлагает пересмотреть принципы работы участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних и внедрить механизмы оценки образования дошкольников. Социальный педагог, классный руководитель должны пересмотреть принципы организации деятельности. Социальную сеть ТикТок, предоставляющую неограниченные услуги детям в Казахстане, следует запретить среди несовершеннолетних. Нам нужно сформировать идеологию, основанную на доброте, государственности и национальном воспитании.